Это видео-влог. Команда Sapezi and Company. Отплываем. Ну, одной рукой не очень грести, поэтому я потом что-нибудь поснимаю. А пока погребу. Выплываем в открытые воды Пестовского водохранилища. Это прямое включение. Ребята, зря, что вы с нами не поплыли, мы всех звали. Потом не обижайтесь, когда поймете, как мы тут кайфово поплаваем сегодня. Задача у нас стоит доплыть до другого берега, выгрузиться на него, а там шашлычная и шашлыки. Вот такие мы спортсмены. Ага. Так, ну все. Народ уже спрашивает, где пиво, где шашлыки. Владимиру пообещали много пива, и он сегодня с нами поехал. А по факту что? Его заставили грести, пиво не дали. Ладно, сейчас приплывем, мясо дадим. Шашлыковое. Я так думаю. Так, нам встречным курсом идет яхта. Мы решили ее все-таки пропустить. Хотя нас численно больше. Лиза не сдается. Но она все-таки яхта. По водоизмещению больше, чем наши сапы. На перегонки? Давайте. Ну только я не смогу снимать на перегонки. Потому что я одной рукой. Это самое. Я сейчас покажу, как я. То есть я вот снимаю и гребу одной рукой. Что в принципе невозможно. Но я это делаю. Да, а вот. Где это? Вот эти вот острова, это куда мы первый сплав плавали в первом видео. Так, ну мы сейчас их мимо проплывем. Так, ну все, я откладываю, ребят, камеру, потому что мне надо грести, а то я вот отстал. Шел четвертый час нашего путешествия. Шучу, первый. Первый полчаса. Мы пересекли большую воду. Пересекли большую воду, нет? Или это еще небольшая вода у нас? Ладно, среднюю воду. Но там будет еще больше. Ладно, ладно. Здесь такая средненькая. Ну, для кого-то средненькая, для кого-то тоже большая. Лиза, а где это мы сейчас? А мы сейчас...
сейчас проплываем Михалевскую бухту. Взгляните, пожалуйста, направо. Взглянули. Так. Ясненько. Так, а кто там у нас кричит безобразие, безобразничает? Рыбачки. Рыбачки. Да. А сейчас наш путь лежит через камыши, через заросли. Мы должны пройти сквозь них. Ушли в камыши. Ушли в камыши, да. Ну, как в кукурузное поле, другими словами. Лиза уплывает от нас. Нет, дальше нет. Застрял. Да, да, он снимает. Кто-то там уже застрял, кому-то нужна помощь? Ну, в общем, сами понимаете, да, я туда, наверное, не поплыву. Я сейчас развернусь. Не, не плывется никуда, да? Все, приплыли. Ну, что там? Там прекрасно. Там прекрасно. Камышовый рай. Володь. Погодка сегодня суперская, хорошая. Все обратный ход, как бы, все испугались дождей, пасмурности. И не поплыли сегодня с нами. А посмотрите, как хорошо. Да. Пусть теперь завидуют нам. Первый искупался у нас. Водичка кайф. Такие рады сразу. Это больно. Нет, дай падать. А кто радуется? Мы не радуемся. Мы совсем не радуемся, нет. Это был рюкзак. А я предупреждал, говорю, давай все положим ко мне в гермомешок. Я же говорил. А я говорил, говорил. Вот, между облаками, видите? Да. Ну, я типа вижу, но не очень. Не рай такой, это радиация. У нас тут были фотосессии, но нам надо еще плыть все-таки. А теперь мы любуемся радугой. А теперь мы... Поплыли. А вот она и настоящая большая вода. О которой так много говорили все. Большая вода, большая вода. И вот она. Да, я подтверждаю. Можно. Так, ну что, может голосование откроем? Шашлыки или пицца? Мясо нормальное, блин. Окей. Окей, за мясом тогда. Кстати, печенье у меня с собой.
Если кто желает, угощу. Там такое началось, там я не знаю, вот это так. Это видео-влог. Да, тут красиво. У нас пополнение в нашей команде. Привет, всем привет. Привет. Лиза работает. Я снимаю видосик. Пилит рилсы. Тоже снимает свой видеоблог. Андрей, на фоне к Дене. Гжель. Это гжель. Обратите внимание. Внимание. Это не Михаил Светлов ту-ту. Это гжель. Готовим желудки. Готовим желудки, да. К приему пищи готов, всегда готовы. Вот
О, это мангальная такая. Змей Горыныч. Сегодня же суббота, а вы не это. В итоге чего у нас? Мы ждем или не ждем? Будет, не будет? Шашлыка нет. Нету мяса, да? Нет. Мясо есть, но мариновать на сколько будет? Понятно. Сколько замаринуется, и он приедет где-то, дай бог, к 3 часам. Сюда, во сколько замаринует. Это не вариант. За пиццей. За пиццей поедем, да. Нет, кафе работает, но у нас не но ограничен. Нет, еда есть, но у нас нет нашествий. У нас нет нашествий в субботу-воскресенье. У нас в основном акцент на большие трехпалубные, четырехпалубные корабли. А как у вас вообще, вот если так, ну, на перспективу там? Да, вот мой номер запишите. Так вам звонил вроде как. Нет. Ну да, я звонила, просто уточняла, спрашивала, можем ли мы приехать и вот поесть сколько... Уточняли генеральному директору. Наверное. Который сидит на метро Курская в Москве, да. Я сказала, сколько. Он не в курсе. Сказали, он в метро Курска. Нет. Кафе работает. Спросила, что я там могу дают, сказали, вам и дают, все есть. Ребята, ну, в общем, ребят, вы все видели. Но мы все-таки проплыли не зря. Мы сейчас посмотрим здесь обезьянок. Здесь есть обезьянка. Ой, здесь и эти. Павлины, мавлины. Ой, вон обезьянка, слушайте. Что? Ничего себе. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы тут вот так вот сидите? Да? Ну ладно, нет. Вы все нормально, у вас все хорошо. Ой, срамота-то какая. Господи, прикрылся бы, что ли. Нас здесь не ожидали увидеть. Лиз, давай сделаем приятно. Звони директору. Что? Ты жалуешься? Что такое? Что? Как тебе тут живется? Да? Нормально, значит. Или нет? Да ты что? Понятно. Красивая какая вот эта. Ага. Красная бархатная такая. Ну что ты нам рассказываешь? Что такое? Что ты? Мы ж не понимаем ничего, что ты. Ну ладно. Что теперь? Бывает. Да, в общем, это место называется Хвойный Бор. Мы от него ожидали большего, да? От этого хвойного бора. Хотя бы шашлычка. Но нет. Какая детская площадка. Прикольная. А смотрите, какой этот борщевик. Как грибок на детской площадке. Мы катаемся на великах. Мы едем через...
без Долгиники. Ага. Там бывает еще дальше едем, там прикольные места, интересные, угу. Рождественное село. А потом едем, Большой Ивановское, вот мы в последний раз вообще далеко ездили, там, кстати, пиццерия хорошая. Ну, мы там случайно доехали до тут, до Большого Ивановского, и решили там откушать. Но сегодня не доберемся. Не, ну, на сапах это нереально, это уже через канал, это в том водохранилище. Ага. А потом мы на велосипедах как раз едем вот вдоль водохранилища и канала сюда. И там есть тропочка. А вот она такая вот. Ага. То есть мы по ней едем и приезжаем обратно в Михалево. Я бы, кстати, группу как-то организовал, чтобы как-то в группу какую-то единомышленников еще сказать. На велосипедах? Да. Слушай, мы тут на велосипедах тоже тема. Ты за? Да. О, мы ездили на Плещеево. Блин, там ребята езжать на Плещеево. Вокруг Плещеева, наверное. Мы сегодня только обсуждали ваш тур. Где вы же писали о нем, мы как раз. Да, кстати. Вёкса, вот эта река просто. Да. Вот, Андрей, вот ребята ездили. Да, а мне Лиза присылала эту ссылку. Ваши фотки, да, я видел. Прикольно. Там чумовая вода вообще. Очень круто. Вообще, невероятно. То есть вы шли там по реке, получается, выходили уже в озеро? Олигарха. Да? В общем, грузимся по сапам, товарищи, по сапам. За пиццей. Шашлыка мы так как уже поели, теперь мы будем есть пиццу. Сплавали. Сейчас будем, да. Теперь поедем пиццу еще отрезаем. Приключения продолжаются. За пиццей. Вперед. Погнали. Покорим очередной рубеж. Покорим. If you wanna try and save me, then take my heart and take me. If you feel you can let go. Плывем, плывем, значит, мы. И скоро будем есть пиццу. Потому что очень хочется кушать. И даже жрать. Нам на перерез идет большой теплоход. Мы решили его пропустить. Леонид Красин называется. Потому что он нас не будет пропускать, мне кажется. Сбавлять ход. Лучше пропустим его мы. Леонид Красин. Мостурфлот. Так сказать. If you wanna try and save me, then take my heart and take me. If you feel you can let. Переплыли мы эту акваторию, ребята. И сейчас вдоль берега поплывем уже до пиццерии. Вернее, не до пиццерии, нам на берег принесут пиццу из пиццерии. Доставочкой. We'll be right back.
речной вокзал приплыть. Скоро уже наш берег, где нас будет ждать пицца. Мы дрейфуем около берега, ждем нашу пиццу. А нам звонят и говорят, что она задержится еще на 20 минут. Блин. Как-то не очень кайфово так. Придется еще подрейфовать. В ожидании нашей пиццы. Причалили. Сейчас пойдем получать нашу пиццу. Наша еда. Ребята, наша еда. Зая, что ты лаешь? Что такое? Спасибо. Все, пойдем кушать. Ты-дын! Давай, когда я буду открывать. Давай. О. Подожди, моя буду открывать. Так, распаковка. Ну, мне денег. Распаковка. А сколько сейчас Лиза там посчитает? Отойдет. Я правда, сначала нужно съесть, потом появляются силы. Давай разберемся. Ба-бам! Ой, а запах. Вообще, красота. Бомбалейло. Снимаешь? Снимаю. Шашлыка нам не дали? Шашлыка не дали. Закрываем. Все, закрываю, уношу. Каждый будет. Я бы поснимала, он. А, ты его снимал? Не знаю, я там... Бомбалейло. Упасть пытался как раз. Да. Так жить можно, да? Поели, попили, убрали за собой мусор. Да, спасибо этому дому. Будем возвращаться к своему дому. Плыть нам туда. Вот и финалочка нашего путешествия. Мы причалили к нашему берегу, откуда мы отплыли. Сколько часов назад, кстати? 5 часов назад, да? Нет, 5 часов 45 минут назад. И вот мы уже здесь. Что, сил нет, что ли? Пицца забрала. А, пицца забрала силы. Как бы, по идее, наоборот, должна быть силы придать. Она забрала силы, чтобы не вариться. Да. В общем, да. Вместо шашлыков у нас пицца. Но все равно мы отлично провели время, отлично поплавали. Все было супер. Все, кто хочет к нам присоединяться, присоединяйтесь. Не тормозите, ребята. Лето не резиновое. Да, лето не резиновое. Осталось чуть-чуть. Возможно, у нас будет финальный какой-нибудь заплыв в конце лета. Поэтому следите за нами, за нашими новостями. Ловим кайфы, кайфуем, кайфы.